Думку, олімпійська чемпіонка, громадська діячка Стела Захарова з нами на зв'язку. Пані Стело, добрий вечір, вітаємо вас. Добрий вечір, добре. Так, дякую, що доєдналися. Ну, більш ніж переконаний, що ви теж відстежуєте ті всі події, які стосуються і цьогорічних Олімпійських ігор, ну і, зокрема, тих скандалів. Ось ви безпосередньо як спортсменка, як людина, яка займається і займалася багато років організатором спортивних заходів, величезних, не тільки українського, європейського рівня і форматів. Тож, скажіть, будь ласка, все-таки тут, де для вас істина, спорт поза політикою чи якось, каже наш гість Валентин Гладких, тут можна будь-яку тему притягнути і описати політично, і зробити ось таке обрамлення політичне. Будь ласка, Стело. Да, ну знаєте, я всю жизнь посвятила спорту, і не тільки стала олімпійською чемпіонкою, ну і все-таки далі продовжую працювати в спорті, і всей душой у меня она горит, и я когда вижу это все, то, что происходит, это у меня не вкладывается в голове. Что я хочу сказать по поводу спорт-политики или спорт-поза политикой? Знаете, спорт сейчас настолько заполитизирован, что дальше уже политизировать нечего. Почему? Потому что нам не с кем будет выступать. Нам не с кем будет выходить на спортивные старты. И тогда, наверное, не знаю, политики будут друг с другом соревноваться. Почему? Потому что самое главное сегодня в спорте – это тренер и его ученик. Мы сегодня все дискутируем, все выходим, говорим. Но мы никогда не спрашиваем мнения наших тренеров и спортсменов. Посмотрите то, что происходило сегодня на Олимпийских играх. Это крик души уже. Почему? Потому что Марина прыгунья с шестом. А, вы знаете, это, наверное, уже настолько оно вышло изнутри, этот джин, что его остановить невозможно было. А сколько ребят у нас еще сегодня, которые не могут сказать слово, боятся. Но они просто, наклоня голову, через полгода разворачиваются и уезжают, не выступая за Украину полгода по закону Украины. Они просто молча не хотят спорить, идти в конфликты какие-то или прыгать эти сумасшедшие барьеры, которые им создаются. Они просто разворачиваются и уезжают туда, где им комфортно за ихнюю короткую жизнь заработать честным, хочу повторить, честным трудом, травмами, потом, кровью, заработком своих медалей, травмами. Именно эту олимпийскую медаль, и имея полностью все условия для то, чтобы стать олимпийским чемпионом. Вот это самое главное. А мы сегодня сидим, дискутируем, что-то говорим там, понимаете? А бедные люди без ничего приезжают на Олимпийские игры. У них нету базы даже для того, чтобы тренироваться. Так, почули. Пані Стело, ми продовжимо. Ви залишаєтеся з нами на зв'язку. Додамо зараз трішки інформації. Необхідно